Тертый пирог. Ну, я так понимаю, лучше его не есть. Да ну тебя. Самая крепатура. Мы в село ездили снова картошку копать? Да ні. Короче, крепатура – це частина подарунку Тарасу на день народження. Сподіваюсь, що Тарасу сподобається. Я не очень понимаю. Дивились ми якось з Тарасом телевізор. А там… Це клас, а? Це, ні, в смислі, це, музика така, ла-ла-ла, це. Да ладно тобі, Тарас. Це нормально, що тобі подобається такий танець. Красиво? Да? Угу. Мені оце движення просто їх не нравиться, це така, опа. Да ні, не отак. О, срамота! Що там уже нравиться, а? Ні, ну, звісно, коли голови нема, то тільки пузом і трясти. А справжня жінка, що? В восторге будет, Тарасан. Ну, конечно. А как вообще, ну, там тебе тренировки даются? Ты знаешь, для меня это, ну, как ковток свежего повітря. Абсолютно новые відчуття для меня. Прям, да. Я чувствую себя такой жінкою, сексуальной. Так, ну, а Тарас вообще догадывается о твоем новом увлечении? Я уже приховую, как только можу. Держи. І ти ж нікому. Коли ти приходиш з роботи додому, до рідних людей, де тобі все знайомо. Друзі, сусіди, як велика сім'я. Це твій маленький світ, це домівка твоя. Коли ми вдома, всі нарешті зібрались, нові пригоди у нас розпочались. Перед телевізором зібралася сім'я. Коли ми вдома, нова історія. Мы приветствуем всех, как говорится, любителей футбола на легендарном стадионе имени не менее легендарного прапорщика Григория Ивановича Бакулина. Молодость против опыта. Интересно, кто победит? Криша! Можно там немного потише? Можно. По трибунам прошла волна негодования. Трибуны требуют гола. Вы аккуратней там. Смотрите, ничего мне не разбейте. Ой! Что там у вас случилось? Все нормально? Нормально. Но я же сказал, компьютерный стол, номер на сайте 603. Ваш заказ принят. Столы приходят в разобранном виде. Вам нужен сборщик. Уважаемый, вы меня слышите вообще? С тобой, говорит, мужской голос. Это значит что? Я сам разберусь, понятно? Вечером доставку с 6 до 7. Порядок! Андрюшек, а зачем нам стол? Так это подарок Тарасу. Просто у него, понимаешь, в квартире все столы завалены этим бабским, женским барахлом. Ну, вещами. Да. А так у него будет чисто мужской стол, сделанный мужскими руками. Да, сынок? Слушай, а может быть, все-таки надо было специалиста по сборке вызвать, а? Ариша, ты когда рожала, я вместо тебя специалиста не предлагал. Может, лучше рассказать? Как же лучше рассказать? Ты что? Ты, у нас же послезавтра с тобой рыбалка. Ты хочешь карасика поймать или сейчас? Или щару от бабки? Карася. Карася. Вот, тогда мы этот факт трагический давай скроем. А если бабушка все-таки заметит? Смотри, Славочка, если бабушка заметит, скажем ей, честно, сознаемся, что это ты сделал.
Почему я? А что ты, я что ли? Ну, не в этом смысле. В смысле, что бабушка ж тебя больше любит. И наказание будет минимальным. Чего вы там замолчали? Гриша, у вас точно все нормально? Надя, я вот не пойму. Тихо, плохо, громко, плохо. Давай найди звуковой баланс для себя. Предлагаю вот этот наш джентльменский договор относительно этого разбитого горшка скрепим сильным мужским таким рукопожатием. О, да, отлично. Давай приберемся здесь. Мячик прячь. Да-да-да, мы насчет кафе, ага, на день народження. Дивіться, у нас там получается, що на 7 вечора, у нас будет 12 чоловік. Угу, пока 12. Ну, если что, я вам там... Не, просто хотел узнать, что ничего у вас не изменилось. Ага, ну, да. До зустречи. У вас у зустречи. Давайте. Ой, смешнее. Так. Синочка, слухай. Угу. А у мене до тебе питаннячко. Не переживайте, ма, ви будете сидіти в углові стола. Та я не про те. От ви з Оксаною чоловік і дружина. А як у вас з, ну, Тейво? Ну, як взагалі? Ма, ви про що? Ну, Тарасик, пам'ятаєш, я тебе маленького водила на бичка дивитись, а до нього приводили корівку. Ма, ви таке питаєте, ну, чесно, слухайте. Тарасик, ну ти ж уже великий, дорослий. Можеш мамі все-все розказати. Я поняв, на що ви намікаєте. Якщо ви про це, то у нас з Оксаною, значить, це все нормально. Та ні, на що я не намікаю. Просто іноді буває, що жінка, ну, знаходить собі когось на стороні. Стрибає у гречку. Пригадай, тоді до бичка не одна корівка приходила. Придивись до Оксани. Останнім часом вона дуже дивно поводиться. О, ну що таке вигадуєте? Ви що? Тарас! То дід панас вигадує, а я діло кажу. Добре, мамо. Придивлюсь. Надь, ну что ты все время их поливаешь, Надь? Ну что ты в самом деле? Все, не видела счета коммунальные на воду. Твое денежное дерево не в ту сторону работает. Я не поняла. А где Азалия? Гриш, ты не видел Азалию? Видел. Где? На рынке. Торгует, как всегда, аджика и муж ее, этот носатый хачик. Ну, не валяй ты, дурака. Белая азалия – это мой любимый цветок. Надь, ну откуда я знаю, как выглядит эта азалия? Я знаю точно, как выглядит алоэ. Я помню это только благодаря этому рекламе про мыло и это, руки. Угу. Но цветок просто так исчезнуть не мог. Ну... И не надо быть Коломбо, чтобы увидеть связь между вашей игрой в мяч и пропажей моей любимой азалии. Значит так, если сейчас никто из вас не признается, я наказываю обоих. Я разбил горшок. Серьезно? Ну, Слава, я же просила тебя быть аккуратней. Прости, бабушка. Дело в том, что я тоже его просил быть аккуратным. Говорю, Славочка, ну будь ты, говорю, аккуратней. А он же как уставится в свой планшет. Не слышит, не видит, вообще ничего не замечает. Значит, планшет? Давай сюда планшет, больше никаких игр. Ну, баб. Не бабкой, давай. Надь. Не Надькой. Вот день побудешь без планшета, подумаешь о своем поведении. Надь. Все. Ну, ты видел, Слава, ты видел, ну, собственными глазами видел, что я сделал все, что мог. Вот пойду на кухню и расскажу все бабушке, кто на самом деле разбил горшок. Тихо, ты не спеши с решениями этими неправильными. Это... Я знаю, что надо делать. Что? Надо пойти к бабушке и еще раз извиниться. Она так любит извинения, так любит. Я даже вспоминаю, что извинялся за то, что плохо извинялся. Надя,
Надюх, ты извини, что отвлекаем. Надь, скажи, сколько у тебя горшков с цветами? О, много, больше 20. Вот, много. А внучок-то у тебя один. Так что, Надежда Матвеевна, не вели казнить, вели слово молвить. Слань, давай. Бабушка, прости меня, пожалуйста, что я горшок разбил. И не хотел. Не хотел. Славочка. Я не обижаюсь из-за горшка. Вот, все, инцидент исчерпан. Верни ребенку планшет, и, как говорится, вышло недопонимание. Гриш, помолчи. Славочка, я обижаюсь не из-за горшка, а потому что ты пытался это скрыть. Я больше не буду, вот честно, не буду. Не будешь. Молодец, это хорошо, но в воспитательных целях пусть твой планшет у меня до завтра побудет. Ну, капец. Надя, ты посмотри в эти глаза, Надежда Матвеевна. Это же глаза, это с этим раскаявшегося человека. Да, маленького, да, случайно оступившегося, но человека. Разговор окончен. Вообще-то это не я разбил горшок, а дедушка. Это правда, Гриша? Разбил цветок и все на внука повесил. Значит так, я теперь тебя год на рыбалку отпускать не буду. Но это еще не все. Гриша, говори. Экс-лайк. Как ты мог? Кровинушка моя называется. Взял и вину свою на дедушку переложил. Внучара. Слава, ты у нас еще и обманщик? Я не... Значит так. Пусть твой планшет... Еще недельку у меня побудет. Эх ты, дедушка. А как я? Надя, ты жестокая, Надя. Но очень справедливая, и я тобой горжусь, Надя. Тарас. А що це ти такий розслаблений, а? А що? Що-що, ні що? Оксана твоя де? Куди я знаю? На роботі, мабуть, запізнюється. Як це так, що ти не знаєш, де твоя дружина, а? Це якось несерйозно. Ти знаєш, твій батько у цих питаннях був дуже принциповий. Я на 10 хвилин затримаюся, він уже з рушницею по всіх хатах бігав. Просто, мамо, я довіряю своїй жінці. Ха, ти півню в селі теж довіряв, доки він тебе у дупу не клюнув. Ану, дзвони Оксані і спитай, де вона і коли буде. Хтось трубку не бере. Бачиш, а я тобі скажу чого. Того, що ти втратив контроль над своєю дружиною. Дзвони Оксані на роботу. Єсть. Алло, добрий вечір. Це вас турбує Тарас Місюра. Скажіть, будь ласка. Да? А давно? Ага. Угу, спасибо, спасибо. І вам. Ага, до свидання. І що? Коротше, вже давно пішла додому. Бач, от тобі й добрий вечір. Ти вже закінчив? Маріша, представляю твоєму вниманню стол комп'ютерний. Матеріал «Сосна» собран по польській этой інструкції. Кстати, а ти знаєш, як по-польськи буде ящик? Бутылка.
Что-то у тебя с чувством юмора. Ты бы это, анекдотов прочитала, что ли? Ну, ты его как-то очень быстро собрал. Ты уверен, что так правильно? Мариша, этот стол собран по моей личной технологии. Сборки вот таких вот столов. Теперь он простоит больше 1000 лет. Может, вызовем сборщика? Ни одной ноги сборщика в моем доме не будет. Это краш-тест. Теперь я понимаю, что так на него оплакачиваться не надо. Я дома! Ой, стомилась. Боже, на работе такие завал. Просто капец. Ой. Смачного. Угу, дякую. І тобі смачного. Ага. Тільки доведеться розігріти, бо давно вже охололо. Добре. Отак іноді і почуття охолоняють, тільки їх уже не підігріти. Не поняла, у вас що, в серіалі Педро з Хуанітою розбіглись? Ні, вони ж одне одного люблять. Ага. Вони ж одне одному не брешуть. Понятно. Котика, ти чого мовчиш? Як справи на роботі? Ничего, все нормально. Угу, Оксана, скажи, пожалуйста, а что ты трубку не брала? Ого, чуешь, ну там у нас такий гвалт, такий завал, ще й на беззвучному. Мабуть, не почула, чи що. А він дзвонив тобі на роботу. І мені сказали, що ти вже давно пішла. Де ти була? Тарас, я не можу сказати. Я не зрозумів, чого ти мені не можеш це сказати, а? Може, ти десь неізвісно з ким, неізвісно де, там, линдаєш? А я тут сижу, серце не на місці. А? Нормально це? Я обирала тобі подарунок на день народження. Задоволений? Подожди, я... Сиди. Ти все правильно зробив. То вона так сказала. Щоб відчепилися. А там хто знає, де вона була? Може, з якимсь хахалем вибирала тобі подарунок? Не треба, ба. Не треба, ви мене оце накрутили. Я зараз винуватий. Знаєте що, мамо, я люблю Оксану. Да, люблю. Я їй вірю. Что случилось? Гривна упала? Да, гривна, она падает и будет падать. А другому разговор-то. Камень у меня на душе. Здоровенный такой, прям каменюка. Покаяться надо. Горькая вещь, правда. Ты че это, Гриш? Надя, как на духу. Славочка не виноват. Это я разбил горшок, понимаешь? И поэтому надо ребенку вернуть его планшет. Я все поняла, Гришин. Я все поняла. Ты у меня умница, ты у меня понятливая. Ты же кроссворды свои прям левой ногой щелкаешь. Давай вернем Славочке планшет. Пусть ребенок хотя бы перед сном посмотрит мультики свои, да? Я поняла, что ты хочешь перед внуком выпендриться. Мол, ты хороший. А я плохая. Ну, злая бабушка планшет забрала. А ты, дедушка-герой, планшет вернул. Наненька, я тебе могу на ласточке свои, на москвиче своем поклясться. Славочка ни при чем, это я виноват, Надь. Пойми, я виноват. Хотя, ну, хватит эту ерунду болтать. Спать ложись. Мамо! Що, знову підсчитуєш, ти скільки Оксана потратила гарячої води, чи що? Ні, підсчитуєш, скільки часу Оксана вже збирається. Ось бачиш, скільки? О, господи, ну може вона просто хоче добре виглядати на роботі і все. Тарас, я тебе умоляю. Для того, щоб об'являти поїзд Полтава-Жмеренка, добре виглядати не обов'язково. Ох. А вона отак уже збирається.
Наче на свиданку. Мамо, не починайте, я вас прошу. А, бачиш, ще й закрилась. Секунду. Занято. Доброго ранку, Катюню. Доброго ранку. Ну що ти? Ну я ж вибачився за вчорашнє. Ну вибач мене. Ну добре. Тільки ти так більше не поводься. Ну, перший і останній раз. Угу. Чуєш, Катюнечко, я там вже кафе забронював на завтра. Молодець. Всім уже сказав? Ні. Тарас, наші гості не екстрасенси, в яке саме кафе треба йти. Та не переживаєш. Все було нормально. Я захочу до Андрюхи, а мама всім іншим розкаже. Ти ж знаєш, вона любе по квартирах ходить. Знаю, знаю. Катюнечко, а я, кстати, ввечері їду дивитися це кафе. А? Може, ти і я, ну, вдвох поїдемо, а? Просто треба залог завести і там інтер'єр подивишся. Ти ж розбираєшся в шпалерах. Увечері, ну, не знаю, там на роботі такий завал. Знаєш що, давай я тобі пізніше передзвоню і ми домовимось, добре? Хорошо. Тоді цьому. Ой. Ой. Тарас, я зараз побіжу на вулицю, треба квіти на клумбах полить. Потім заскочу до Бакуліних, повідомлю про твій день народження. Я ж люблю по квартирам ходить. Що робиш? Опять своїх цих черепашек-ніндзя рисуєш? Ні, це бабушка. Я їй подарю, і вона мене простить. Це бабушка, да? Не простит. Я уже вижу по живописи, что не простит. Я в том смысле, что живопись в этих случаях никогда не помогала. Лучше что-нибудь, так сказать, поэффектней. Иди. Цветы. Берешь и сразу к бабушке идешь. Цветы – это лучший подарок. Она цветы возьмет, растает, простит и планшет тебе даст. Скажи, Славочка, спасибо, внучара, ты самый лучший. Правда? Точно, даю зуб тебе, так сказать. Вот, а у меня их не так много, поэтому лишний раз рисковать не будем. Значит так, главное, когда ты бабушке цветы будешь давать, ты сделай лицо такое, как у этого кота из твоего Шрека. Вот, вот, да-да-да-да-да-да-да. Так, все, давай. Тихонечко идем, лицо сделал. І пішов, я рядом буду. Бабушка, це тобі. Ой, Боже мой, какая красота. Спасибо, мой хороший. Радость ты моя. Боже, это ж мои любимые белые хризантемы. Ой. Держи свой планшет. Только веди себя хорошо, чтобы больше такого не повторилось. Договорились? Мы маленькие. Так, не понял. А откуда цветы? Ты давай это рассказывай, от кого, чтобы резко не пострадали невинные люди. Ну, это мне подарил наш внук. Слай! Да! Молодец! Вот, вот это вот мы воспитали, бакулинские гены. О, сейчас. Кто там? Молодец. Завтра чекаємо вас у кафе зустріч о 7 вечора. На дні рождення твоєго Тарасика. Да. Помнім, прийде. Він Грішу вже баян із гаража притащив. А що, він уміє грати? Ні. Ну, і вважає, що баян создає відчуття праздника. Праздник. Наталка, що-то случилось? Ой, настрій мені зіпсували. І ще ти уявляєш? Якась падлюка обірвала всі квіти на клумбі. Які? Ну, білі, хризантеми, мої любимі. Іду додому заспокійливо вип'ю. Ніяких нервів не вистачить. Це ж сама. Де тут у тебе голова?
Видал, как с Витами получилось? Как прошло, Наглан? Блестяще. Учись, пока я жив. На, ну, Вакензе, да? Прелесть. А, запах какой. Парфюм французский прямо. Ай-яй-яй. Вячеслав, ответь мне, пожалуйста, где ты взял эти цветы? Надь, ну, как-то некорректно с твоей стороны, Пеп. Любимый внучок подарил букет. Надь, мне кажется, что и не надо его так резко спрашивать, откуда это. Приходила тетя Наташа. Она жаловалась, что какой-то бандит все ее цветы с клумбы сорвал. Да, это тетя Наташа из цветов. Видимо-невидимо. Это просто не двор, а какой-то ботанический сад. В экскурсии можно проводить. Это, кстати, неплохая мысль. Взять и провести экскурсию. Славочка. Славочка, это чужое. Ты понимаешь, мой мальчик, это чужое. И брать это нехорошо. Человек растил, ухаживал. А ты вот так вот взял, пришел и сорвал. Но я же не знал, чьи это цветы. Надь, ну он же не знал. Это же ключевое слово-то. Не знал. Разве наш внучок знает? Если бы знал, он да не в жизнь бы я тебе говорил. Понимаешь? Еще неизвестно, где она сама саженцы этих цветов набрала. Может, она их наворовала. Вот на возвращай радость. Обратно свой планшет. Надь, ну так. Так, давай сюда. Все. Наигрался. И на улицу не ногой, понял? Не бабкать. А что это, внучара, а? Слав, ты это... Прости. Я же хотел как лучше. Но это... Я тебя оправдаю. Серьезно, выиграем суд, как говорится, в Гаге, без адвоката. Не надо больше ничего делать. От того, что ты делаешь, только хуже становится. Ну, Славой, послушай, хуже становится. Ты знаешь же, я всегда, после выборов только. Вот. А дедушка знает, что делать. Да. Если будешь делать так, как я скажу, все будет хорошо. Я не хочу больше ничего делать. Не трогай меня. Слава! Ты как с дедушкой разговариваешь? Это что за тон? Надь, да нормальный тон. У нас серьезный мужской разговор. Просто... Нет, мне не нравится, когда внук таким тоном разговаривает с дедушкой. И ты, Слава, за это будешь еще больше наказан. Никакой рыбалки. Ты меня понял? Бабушка, почему ты все время меня наказываешь? Это все дедушка. А я вообще не делаю ничего плохого. При чем тут дедушка? Слава, ты достаточно взрослый парень. Учись сам отвечать за свои поступки. Надь, ну, тихо. Все, я тут самый взрослый парень. Я буду отвечать за свои поступки. Слава, я буду отвечать. Я виноват, Надь, виноват. Миша, чересчур ты его балуешь. Ты зачем его вину на себя берешь? Видишь? Он уже на шею тебе сел. Тарас, а ну розблокуй. Це ж Оксана на телефон, де його взяли? Я знаю, вона я там залишила. Коротше, у нас з тобою залишилося 4 хвилини, 22 секунди, поки Оксана вийде з душу. Розблокуй. Мамо, ну а що це? Сина, всі питання поставиш потім Оксані. Ну, спасибо. Давай, дивись, входящі. Ну, хорошо. Диви, хто дзвонив? Саша. Угу. А ще? Саша. Так. А ну, дивись тепер смс. Хто там пише? Саша. А що пише? Пише, жду тебе сьогодні, як завжди, в 19:00. О, а вона йому що? А вона йому, вибач, але сьогодні не вийде. І два грустних смайлика внизу. Тихо. А от тепер всі запитання туди. Дуже це просто кайф. Тюнька. Боже, який ти напружений. Оксаночка. Що трапилось? Скажи мені, пожалуйста, хто такий Саша? Який Саша? Як який?
з яким ти сьогодні не змогла зустрітися? А? Тарас, ти що, заліз до мене в телефон? А маю право. Я тобі його купляв. А, ось ти як заговорив. Так? Да. Тоді, по-перше, Саша – це дівчина. І, по-друге, вона – мій інструктор по фітнесу. Задоволений? Інструктор по фітнесу? Я задоволений буду тоді, коли ти докажеш мені, що він – це вона. На, дзвони! Дзвони. Я не буду дзвонити. Дзвони сам. Давай. А знаєш що? Правильно, я сам позвоню. Я сам позвоню. Але якщо ти подзвониш, то я тобі ніколи цього не пробачу, поняв? Я поняв. Що? Я поняв, ти так кажеш того, що в тебе є грішок. Грішок у тебе, так? Да? Є? Є? Тоді, є? Тоді дзвони. Тоді дзвони. А навіщо? Мені вже і так все понятно. Що тобі понятно? А дзвонить мені не дозволяє моя мужська гордость. А де ж була твоя мужська гордість, коли ти в телефон заліз? Мамо, за мною! Синечка, синечка! Велику миску борщу! Тихо, тихо! Нет, Олежка. Спасибо. Не будешь? Этот день надо запомнить. День, когда Григорий Бакулин отказался от бесплатного пива. Пойми, Олежка, не до шуток нынче, понимаешь? Не до шуток. Я за советом к тебе пришел, а не это. Пиво пить. Ты воспитывал сына, знаешь, как с пацанами себя вести. А у меня сплошное бабье, понимаешь? Вот. И ситуация у меня дома сложная получилась со Славиком, внучком моим. А, ну тут я не удивлен. Ты же без приключений не можешь? Я... Что там за ситуация? Ладно тебе. Ну, понимаешь, я это маленько набедокурил. А его попросил на себя вину взять. Короче, он на меня обиделся. Не разговаривает, молчит, сидит. Это... И Надя, понимаешь, давит на него, понимаешь, всеми своими 10 атмосферами. Слушай, ну тут надо идти от обратного. Это как? Ну я знаю, у меня жена психолог, я в курсе. А. Значит, даешь ему ремня, да. Бабушка его жалеть начнет, правильно? Да как? Я мало того, что это он со мной не разговаривает, я еще и побью, да? И что он обо мне подумает? Нет, бить никого не придется. Ты его просто припугни. Да. Ремень есть? Есть ремень. Актерский талант? Ну, этого хоть не отбавляй. Не занимай, да. Хоть отбавлять. Голос прапорщика? Есть. Все. Ладно. Спасибо, Олег. Не, может, все-таки... Да. Это... Нет. Нет. Сначала это... Реабилитируюсь в глазах внука, потом уже в твоих. Тарас, чула я вашу розмову. Оце про фітнес-тренера. Це ж та казочка. У нас у селі дід Федір був, так він таких казочок на рук відро вигадував. О, талант був. Чую, що з нашою Оксаною щось не те. Але ти не переживай, Тарасик, дайдемо ми тобі іншу Оксану. Людко, пам'ятаєш з нашого села? Ну, ту криву чи що? Це дивлячись, з якого боку подивитися, зате роботяща. Так ти їй завжди подобався. Вона навіть на твою честь кабанчика назвала. Тепер бігає у неї по двору кабанчик Тарас. Сказала, що ніколи не заколе. Ну, та який кабанчик? Яка Людка? Я вас прошу, ну перестаньте, а? Ну, а що тут такого? А мені так це вже надоїло, чесне слово. Немає ніякого бажання вже цей день рождення праздновати. Думаю, позвоню, де відміню це все. Чортові матері. Думай, Тарасик. Але знай, яке б ти рішення не прийняв, мама завжди на твоєму боці. В'ячеслав! Я зараз візьмусь за твоє виховання. Так візьму, що ти... За одно место недели две взяться не сможешь. В смысле? В том, что я сейчас возьму армейский ремень, и ты поймешь, в каком я и все это имею смысле.
Я из тебя сейчас дуть там все повыбью! А ну давай, вставай! Ты чего? Что здесь происходит? Перевоспитываю. Видишь, мятина на шее? Так это он отсидел. С ума сошел? Верни его давай! Пойдем, сейчас чаю к тебе разогрею. Вкусное твое варенье открою. И все будет хорошо, мой мальчик. Работает. О, циночка, тобі бутербродики. Спасибо, мам. Якби було їх де розігріти, то були б тобі гарячі бутерброди. Мамо, слово техно в назві технокрай. Вам щось підказує? Ну. Дай розігрію, ма. Ой, добре, от і добре, добре. Все, дякую, мамо. Пішов. Давай, біжи. А бутерброди ж? А, забув бутерброди даже. Все, хай щастить. Спасибо, мама. Біжи. Оксана? Що? А я тут краєм вуха чула, що ти на фітнес почала ходити. Ну? А мене візьмеш з собою? Для вас там дуже дорого. А для мене подруга зробила скидку. Ой, Доня, не кажи дорого людині, яка кожного дня ходить на базар. Так як називається цей фітнес-клуб? А вам це на що? Ну, як на що? Ну, я походила. А що? Женщина я чи не женщина я? Я хочу теж гарно виглядати, схуднути. Ви думаєте, що я дурна і нічого не розумію? Доня. Ви мене задовбали своїми допитами. Та диви, яка психована. Я просто так спитала. Оксана! Чого? Тобі не на вокзалі працювати, а у ЖЕКу. Повчіть мене ще. Я давай, яка нервна, ну. Вкусне вареніце. Ой, моя радость. Слава, ты это, ты не пугайся. Ты прости меня, что я тебя это ремнем пугал. Ладно, я же хотел как лучше, но это... Я сейчас опять начну тебя отчитывать. Ты главное не пугайся, понял? Ну это не важно. Главное, ты не бойся. Роднули ты моя. Так что ты опять уставился в свой планшет? Ты бы хоть книжку какую прочитал. Тебе... Выброси его немедленно, а то я тебя сейчас как цыплю, так и мало не покажешь. Да что ж такое? Ты опять начинаешь, да? Ну, Оксаночко, зараз я простежу, в який такий фітнес-клуб ти ходиш. Мені неприємно смотреть, як ссоряться самі близькі люди. Так не должно бути. Так що, мужчини, я предлагаю вам попросити прощення друг у друга і пожати друг другу руки. Прошу. Молодцы. Очень хорошо. А теперь для того, чтобы закрепить вашу дружбу, я предлагаю вдвоем поехать на рыбалку. Вы согласны? Согласны. Молодцы. Карасик лучше леща, я тебе скажу. Здрасте. А кто это был?
Наталья Богдановна, нашу правду. А что это она? Мода. Мода. Ой, захикалась. Ох, Оксана, а будь ты так готовала, як бігаєш, а? Фу. О, так. Так. О, Господи. Так. Арабські ночі. Це ж, мабуть, там араби. А може Оксана з одним із них? Петрику! Онучку, ану біжи сюди, я тобі сирнички зготувала. Квакця з йому камера, хатуркум. Оксана, а що це він говорить? Каже, що не хоче сирничків, а хоче рахатлукум. Я пішла. Рахатлукум! О, Господи, Боже борони! Боже борони! Боже борони! Ви вже і в моїх речах риєтесь. О, до речі, як вам? Подобається костюмчик, а? Дуже. А знаєте, що це? Срамота! О, да, це срамота, якою я останнім часом займаюсь. От піймали ви мене, а? Прямо на гарячому. Після роботи я оце на себе наряжаю і їжу з лівими мужиками по саунах, а? А що, не так? Так, я така, да. Тарас, погоді, не зараз. Я все знаю про клуб «Арабські ночі». І що ж ви знаєте? Все! А ви знаєте, що то звичайна школа східного танцю? І я дуже хотіла зробити Тарасу сюрприз на день народження, бо побачила, як йому подобаються ті танці по телевізору. А тепер все. Прийдеться розказати Тарасу. Сюрприз, накрився. Так а чого ж ти мені не сказала? Бо я бачила, як ви плювались на ті танці. Господи, діточка, ти... Вибач мені, ну правда, я ж собі такого нашифрувала. За що? Ти нічого не кажи Тарасу, я все сама порішаю і буде йому сюрприз. Слухай, яка тканюшечка класна, да? А що ж це вона? Я пішла, все, я пішла, порішаю зараз все. Ви пам'ятаєте, що сьогодні ми йдемо на день рождения к Тарасу Мисюві? Смотрите, не опоздайте. Мы настолько с Лайком пунктуальные, что по нам можно сверять этот, как его? Биг Бен. Во, Бен этот, Биг, запросто можно. Не опоздаем. Налево. Шагом марш. Класс, Мариша. Реально, это будет супер сюрприз для Тарасика. Да и вообще-то понятно, что это стол. Но! Непонятно какой, да. А? Пойдем поздравлять, мы по-любому первыми будем. Андрей. А, подарок. Угу. Так, да, бери. Так. Оп. На себя, угу. на себя. Отлично, угу. На меня. Чуть-чуть, только аккуратно. На меня. Угу. Давай. Еще раз. По-моему, не проходит. Да ладно. О! Тарасич? Ах ти ж! Мана, що ви мене сюди притягли? Тарасик, ну заради мами, я тут дуже прошу. Все ти відпочиваєш, це ж твоє свято. Мені вже Оксана зробила свято. Я ж просила не опаздувати. Ну-ка, кепки-то сніметься. А почему дядя Гриша со Слайком так разбранная идет? Это что, дресс-код? А мы не знали, представляешь? Катюша, они просто задержались на рыбалке. Не переживай.
А что Тарас такой грустный сидит? Не знаешь? Настя, ну как ты думаешь? Тарасу 33 года. Продавец-консультант. Живет с мамой. Конечно, грустно. Олег. Тарасик, а где Оксаночка? А нема вже Оксани, отак. Так. Ого. Так, Тарас, не починай. Дорогі гості, а тепер увага! Сюрприз! Це було просто клас! Це мій подарунок тобі. Я вечорами тренувалась і приховувала, щоб вийшов сюрприз. Вийшов, я не знаю. Це моя жінка. Браво! Браво! Дедушка, смотри, как меня в школе научили. В школе чему только не научат, я тебе скажу. Ядрен, батон, Славик, ты это, ты чё, ты не ушел? Так? Это кто сделал? Это я. Если честно, сделал я. Да. Так хотела за Славиком поиграть в театр. Тут же без драмы никак. Вот, а вышло немножко комедии.